Посмотрим, что будет. Что считали нужным, сделали. Каждый, кто что считал нужным, сделал. Кто считал нужно выходить на митинги, выходил на митинги. Кто считал нужным получать деньги, выходя на митинги, тоже делал. Была возможность у людей, насколько я слышал. Не знаю, насколько правда. Кто считал нужным, сидел около телевизора. Как этот Светлаков, по-моему, герой. КВНщик, КВНщик или как его, Comedy Club, не помню, что это за передача. А кто считал нужным на Майдане? Под пулей лес. Это, конечно, просто в голове не укладывается, как можно шмалять из автоматов снайперами, расстреливать людей. Тоже, по-моему, прибывают люди. Не так активно, но прибывают. За многих делать людей. Плохого здесь. Пожалуйста, Харьков, люди, те, которые приехали сюда, рушат наш город, уезжайте, пожалуйста. Не надо. Харьковчане сами разберутся. Мы здесь рвары хозяева своего города. Не надо нам навязывать чего-то там. Мы как-нибудь разберемся сами. Мы будем учитывать и ваше мнение, и свое мнение. Мы вам не навязываем. Ну, пожалуйста, его тоже учитывайте. Услышьте нас. Услышьте, пожалуйста. Да они тут полками, куда? Я разговариваю. Пожалуйста, пойдем. Мне не можно.
Я думал, это меня. Совпало. Что у нас сегодня мега просто большие записи объемные. Я призываю всех к шахрану закона. Все, похоже, что здесь был такой же примерно Майдан, но уже с противоположными, ну, если не с противоположными, то с другими. Нет, подожди, вот этот плавник. Нам сказали, что это поминки сейчас хоронят человека. Очень я сомневаюсь, что после этого кто-то пойдет громить памятники. Ну а там, конечно, психологию не представляешь. В общем, кто смотрит, буду записывать уже одним куском, где надоест, сами выключите.